Всем привет, всем привет, с вами Шмэг, вы на канале Ушмэг, сегодня поиграем в игру Untitled Game. Это Гюс. Это игра про... это игра симуляция. И у нас был выбор, якобы был выбор, но не было выбора, потому что... Опа, стопа. А, просто нужно разломать, короче, да? И как? Подожди, что-то не понимаю. Или типа был сильный удар какой-то. А, мы попали в нашу третью локацию. И задание-то. Есть задание. Заставить кого-нибудь разбить красивую вазу, помочь женщине пьюс, заставить человека пролить чай, нарядиться в ленточку, заставить человека босиком устроить стирку. Как я понял, по первым двум... грубо говоря, по первым двум миссиям, и, если так можно сказать, по локациям, да, то самое простое это вот это вот, где нужно что-то собрать и, значит, устроить стирку, лифчик, носки, тапочком, куском мыла. Хорошо, тапочек, куском мыла и... А, нет... Смотри, а этот не боится. Я думал, он поп... А, стоп, смотри, тапочек. Оп! Нахер иди. Вот ты и без тапочка уже. Сиди, пей чаю. Так, здесь у нас что? Я не могу взять эту розу, да? Табличку не могу пока. Так, хорошо. Это что? Так, мы могли куст что-то с кустом делать. Подожди. Все разворошим здесь, чтобы все, что можно. Ага, можно по колоку. А, она нас гоняет, короче. Да? Какой-то нужен. Ой, можно играться. Так, что у нас по заданию? Подожди, устроить стирку. Так, давай устроить стирку. Лифчик. Взяли. Ах ты, собака, тварь. Подожди. Угу. А как отсюда выбраться теперь? Подожди. Чаек. О, мы можем ударить типа в колокол. А, все, понял. Мы будем ждать, пока он, короче... Стопэ. Мы будем ждать, пока он... А вот мыло, кстати, да? Мыльцо. О? А, подожди. Это смешно. Вот этот, что ли, бюст нам нужно надеть? Ну, короче, ну, по-моему, ну, похоже, да. А больше бюстов-то я не вижу. А, ленточка, так. Я понял, хорошо. Подожди, а как мне выбраться-то теперь из этой локации? Не очень понятно, потому... Да, давай, беги. А, там прыжок, типа. Ваза, это типа эта ваза? А я не могу выбраться отсюда? Почему? Подожди, а это что у нас? Опа, так, стоп, эндера. Эндера. Там была ленточка. Да блин. Давай, иди отсюда ленточку взять. Так, давай-ка ленточку унесем вот сюда, например. Да блин, гуся подальше. Нам нужно типа притвориться гусем, правильно? И она оденет ленточку. Ну, если логиконский подключать, да? Я не очень понимаю, как нам выбраться из... Так, а ты будешь пить чай или нет? Нет, он газетку свою читает. Пусть газетку. Так.
А! Все, понял. На правую кнопку нажимаем, короче, и все. И притворяемся гусем, прикинь. Так, нам сейчас нужно только это. Сейчас. Не-не-не-не. О, ну-ка. Допетрит она или нет? Так. Пошел вон, в смысле? Как это пошел вон? А. И так это делается, типа. Ах ты, собака, тварь, не так, значит, делается. Не знаю тогда чего. О! Хорош. Так, чай мы пролили. Чай мы пролили, это хорошо. Давай, не будешь, что ли, делать так? Собака, тварь, какая, смотри, какая, не хочет так. Что он там делает? Подожди. Да отстанет меня. Так, значит, нам нужно что-то сделать, чтобы... Опа, смотри. Так. Ставим тут. И чё? А-а-а! Подожди, выход реально? Подожди, давай мы вот тогда возьмем. Опа-па-па-па-па. Уходим. Да, это выход из локации. Все, я понял. Теперь мы, короче, можем из локации в локацию бегать. Какого хрена? Слышь, отдай мыло, падла, тварь. А я кипку тебе тогда с коммуни... Блин, нет, а как, здесь пройти-то там? Она же... Да блин, ну отстань. Привет. Ну отстань. Я же голубь. Ой, в смысле, я же гусь. Так, мыльца. Мыльца в ванну мы принесли. Теперь нужно лифак ее достать, да? По-быстрому давай, пока она там занята где-то, неважно. Лифак. Лифак, два носка, по-моему, да? Или один носок нужен, не знаю. Ну, сейчас давай проверим. Ну, это потому что самая простая миссия, вот эти вот. Такие стирки, не стирки. Так, посмотрим. Лифчик, носки. Нет, нужно еще. Блин, она. Скотина. Так, пойдем тогда мужика доставать как-нибудь. Тихо, тихо. Тихо. Че ты там напрягся-то? Его, короче, нужно вот эту шляпу стащить с очками, да? А он вообще будет вставать или нет? Ой. Ну ладно. Да, хорош. Короче, нужно... Один тапок-то мы быстро, короче, стащили, а второй тапок не быстро. Ну там просто, по-моему, первый тапок-то... Почему? Как мы первый тапок стащили? Я уже не помню. А, мне же тапок нужно еще это. Так, а мне же еще нужен первый тапок. Ой, второй тапок. Ну, короче, какой-то тапок нужно даже притащить. А куда я его загнал? Ты помнишь или... Куда-то сюда, по-моему, да? Или нет? Подожди. А куда я тапок-то загнал его первый? Ё-моё. Я уж забыл. Ты не помнишь? Гнусный гусь. А, нет, давай, знаешь, что сделаем? Давай пока тапок, короче, возьмем. А куда я первый тапок-то его задел? Что-то не помню. Блин. Реально. Так, ну тут нужно по-осторожному, потому что если он заметит, то, короче, косяк. Давай подождем, пока он этот газету возьмет. Я так понял, в газете он, короче, меня не видит. Ну, когда газетку свою читает. А что такое? А почему ты не берешь газету?
Твою мать. Да нет! Ну, блин. Все, мое, отстань. Шел вон отсюда. Я говорю, газет верни. В смысле, оп, трубку верни, скотина тварь. Курящий гусь. Ватсон, мистер Ватсон. Думаю, что это дело нам не по зубам. Не по клюву, точнее. Тихо. Да, вот сейчас он уходит, подожди. Сейчас мы потихо. Да, погнали. А, зачем, а подожди, а зачем мне трубка-то? Встань. А, мы не заберем ни хрена. Блин, а он сейчас заберет вещи все, прикинь. Так, мы скинули вазу. Подожди, а где этот? Блин, она нашла гуся, прикинь. Блин, она, короче... Ну давай, беги-беги. Блин, он там найдет сейчас себе... А куда я дел первый тапок-то? Ё-моё. Я что-то вообще забыл. Кинь. Устрой стирку. Я сделал стирку? В смысле, а как? Почему? Я же ничего не делал. О, прикол. А, может быть, я тапок туда в озеро, типа, ему скин? Да? Не-не-не-не. Вот эта шляпа, интересно. Блин, я вот, короче, не знаю, вот... Билст украсить. Подожди, что по заданиям? Помочь женщине нарядить... Целикомонить, разбить красивую вазу. Нарядиться в ленточку. Блин, я вот не знаю, как сделать нарядиться в ленточку. Помочь... Билст, если это тот бюст. И вазу тоже пока не понял, как делать. Блин, а он долго тут будет, типа, это шастать? Пойдем-ка его отвлечем. А, вот он мыло пошел доставать, да? А, лифак он делает. А что с лифаком ты делаешь? Подожди. А, ты типа перекидываешь соседки. А, вы, короче, соседи, которые друг друга не очень-то и любите, да? Ну, так, грубо говоря. Так, тогда, подожди. Вот это, наверное, бюст, я не знаю... Так, давай здесь немножко шороху наведем, потому что... Чтоб она дольше не подходила туда. И нам нужно... Подожди, что нам нужно сделать? Я уже забыл. А, давай попробуем шляпу сделать. Шляпу сделать. Ну, в смысле, не шляпу сделать. А где этот мужик? Подожди. А, вон там носки пока. Так, ну давай пока... Успеем мы пробежать? Да, успеем. Отлично. Давай попробуем шляпу. И нахер. Соточка. Давай шляпу вот сюда положим. Посмотрим, будет вообще работать или нет. И с ленточкой, короче, я не понял. Я думал, что ле... В смысле, гуся-то утащи. О, шляпу. Шляпу заметила, так. Ну чё, серьёзно? Она одела... Всё, я понял. Короче, смотри, с того стола нужно всё фигачить. Да блин, ну забери ты его, ё-моё. Давай его просто скинем вон туда перед этим. Короче, нужно со стола этого мужика забрать всякое говнище. Чтобы... Так, чтобы нарядить, короче, этот, да? Ай, блин, не успел. А я вот и успел, иди нахер. Так, короче, с вазой надо еще что-то решить. Потому что непонятно, что с вазой. Так. А что там за вопрос? А, мыло. Да отстой. Иди отсюда. Так, я прикинулся. Правую кнопку нажимаем. Вот почему не одевается-то эта хрень?
Ну сейчас давай подождем, может быть нужно просто дольше подождать. Ну то есть она, чтобы она не за не увидела, короче, меня. Так, смотрим. Да, это все подошло, и, наверное, очки, чашку надо туда, не знаю. Давай сейчас просто постоим подольше, посмотрим. Посмотрим, что нужно делать. А, слушай, здесь же, наверное, еще будут дополнительные задания какие-нибудь, да? Вот на первой локации это мы сделали, в принципе, по-моему, одно только, да, задание дополнительное. И на второй, по-моему, одно дополнительное сделали. Так, вазу ставим, она точнее ставит. То есть, видишь, мы уже этот... Почему мыло-то опять? Так, и чё? А что ты с мылом-то будешь делать? А, мыло ее. Так, а, ну она все пошла, короче, править. Все поправляет, как было, а мы, типа, стоим, типа, не это, ну а что я? О-о-о, давай, да-да-да, бантик. Если повяжет бантик, то будет нормально. Если нет, то я не знаю, как пройти эту миссию, ну, точнее, заданицы. Yeah! Капец, я так и думал, что нужно, типа, дольше ждать, потому что, ну, камон. Так, все, уходим. Так, опять делаем, короче... А что осталось-то? Подожди. Зайти кому-то разбить красивую вазу, помочь женщине нарядить бюст. А, ну с бюстом мы с вами распределились, хотел сказать. Определились вроде как, потому что, ну, нужно, типа, это... А что с бюстом надо делать? Подожди. А, убрать у него этот, короче. Да, мы сейчас вот так сделаем. Утащить у него этот. Очки, очочки, очочки, очки. Да блин, нет. В смысле, а? Хера он, слышь, быстрый как. А, зараза. Я не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, не успеваю. Так, ну ладно, пусть он за... Да иди нафиг, ну отстой. Все, так, он занялся своей этой фигней. Блин, она уже успела закрыть. Так, очечки на бюстиус, да? И сейчас посмотрим. Оп. А, все ли это... Так, слушай, если он кидает это говнище, может быть, вот так сделать? Да, все, бюст сделан. Новый пункт, заставит кого-нибудь срезать уникальную розу. Уникальную розу, а где розы? Вот тут розы были. А, нет, вот он пошёл куда-то за розой, подожди. Давай за ним посмотрим. А? Так, вот его роза. Только не надо говорить, что не надо гусей, типа, слышишь ты, упырь. Я вот гусь купаюсь в... А, гусей нету. Очечки он ищет свои. Так, а как срезать это говно? Ты чё? И... Подожди, мы еще вот вазу, он выкинет вазу или нет? Очков нету, успокойся. Если вазу выкинет, я не знаю, разобьется или не разобьется, но... Ну блин, ну посмотрим. Вот ваза. Как срезать? Мы подвинули ему розу эту и ему... А, может быть, слушай, может быть эти кусачки ему типа скинуть? Типа, может быть, кусачки ему скинуть, и он срежет ее. Давай попробуем. Так, отлично. Так, и давай ему кусачки сделать. А зачем мы отодвинули-то? Подожди. Мы зачем-то отодвинули, непонятно. Вот кусачки, но их было видно еще.
Здесь вот так может быть. Так. Ну, по насчет вазы. Переживает. Так, давай быстрее сюда проникнем. Да блин! Вот как коза какая взяла, прогнала меня, а? Типа ты вазу, скотина, мне нарушил тут. Блин, надо бы еще как догадаться, какие-нибудь задания дополнительные. Может быть, тоже что-нибудь еще разбить? Подожди. Может быть, горшок вот этот можно пробовать? Не, это, по-моему, просто этот. А вот этот горшок я не могу взять? Так, а давай-ка вот эту хрень ему отнесем. Может быть, доп. Задание какое-нибудь? Смотри, братан, что я принес. Так, горшок. Блин, не, он не разбивается. А, может, гуся можно разбить? Какое-нибудь топ задание. Иди сюда, слышишь? Бесишь. Да-да-да, вот, смотри, стриги розу свою. Блин. Так, короче, с розой пока загвоздочки небольшие. Да не хватит меня пугать. Так, а что здесь у нас, подожди? Кистяру. Опа, все, кистяру сперли. Все, убегаем нах. Быстро бы... Быстро! Ну, быстрей! Хорош! О, хороший гусь какой, а! Так, а ты что с кистярой сделаешь? Да блин, он просто кидает кисть туда и все. О! А, ну так мы сделали. Это типа просто пощипать типа траву. Ну, это, короче, не... Так, уносим гуся. Так, гуся, может, он разобьет, будет типа доп задание какое-нибудь. Блин, ну гусь такой хрупкий. Оп, пойдем. Такой, конечно, забавный гусярский этот. Так он смешно. Так он смешно уходит. Так. А, вот он. А, она стрижет эту какашку, смотри. Вот оно в чем дело. Семен Семенович Пропердянский. Или какой там. Вот это прикол. А так, а мы все выполнили. А подожди, а гуся-то он? А куда она пошла? А гуся-то мы не, да? А гуся он не разбил, короче, гуся. Так, подожди. А вот эту хрень он разобьет? А, розу, смотри. А розу, может быть, в вазу можно поставить? Она будет рисовать, типа, красивую хрень? Ну, как доп. Задание, нет? Блин. В унитазе. А, она нам открыла новую локацию, правильно? Или нет? Да, открыл новую локацию, это хорошо. Подожди, давай попробуем... Блин, хочется открыть... Открыть новую эту. Подожди, давай розу, короче, вот сейчас скинем сюда. Мне кажется, что вот сейчас, если она вазу сделает, мы впихнем эту. Блин, да, тут. А, розу, вот они про розу, короче, говорят. Типа, ты чё, с ума сошла? Эй! Нельзя в вазу, короче, типа. Да, подожди. Сейчас, ребята, вот проверим эту гипотезу. Нет, то нет. Подожди, а мы можем еще...
Здесь ничего больше мы не брать. Ай! Я-я-я-я-я-я. Ваза, ваза, собери. Она же собирается. Это типа собранная вот. Ага. Поньк. Молодец, да? Да, нет, короче, не получится. Подожди, а может быть... А, нет, уже. Да, хорошо. Ладно, давай, короче, туда побежим тогда. Может быть, ему вазу нужно вручить? Может быть, он что-нибудь делает с вазой? С розой, в смысле, вазу. Что-то я все... Вазу, вазу. Да ладно, ты пойдешь его... Ну, он пойдет его... Да, серьезно? Типа примотал. Ладно, пойдемте в другую локацию. Ничего дополнительного мы не... Мы не... То и... А, нет. Нет гусей. Что значит нет гусей? Гуси везде есть. Гуси крутые. Да. Гусям, гусям там не рады. Ракетку. Ракетку. Так, ну пойдем тогда в эту комнату. Опа. И закрыли. И закрыли дверь. Посылка. Подожди, а что тут у нас? У нас какая-то новая локация какая-то, которая... Которая огромная. Посмотри, какая локация. Налево, типа. Дело попасть в паб, сломать дартс, стащить ладочку, с получить награду цветок, украсть. Так, ну давай накрыть на стол. Нож, вилка, тарелка, перец, свеча, да? Так, ну... Да, ладно. А сколько времени прошло? А, ребят, да. Я, наверное, закончу данную серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шумыга. Всем счастливо, всем пока. И немножко дополнительного видео для всех любителей гуся. Видео с дополнительным заданием, где нужно закрыть мальчика в гараже, и мы получим доп. Задания. Вот. Если есть еще какие-то доп. Задания, ну, которых я не... открыл, а я их не открыл очень много. Пишите, пожалуйста, я с удовольствием прочитаю и выполню все доп. Задания, потому что хочется игру пройти прям, ну, прям полностью.